Райан Гослинг принес к Энерджи и фейерверк на Оскар 2024. Звезда Барби исполнил хит-балладу «Я просто Кен» на Оскар в сверкающем розовом костюме и фирменных очках. В выступлении есть сюрпризы, включая появление Слэша. Я просто Кен. Есть ли у меня шанс оставить свою жизнь? Райан даже исполнил песню вместе с Гретой Гервиг и Марго Робби. Он и Эмма Стоун воссоединились на короткое время в Аллахуаленде. К сожалению, он не получил Оскар за роль Кена. Райан уступил статуэтку Роберту Дауни-младшему. Хотя Райан и повеселился вместе с Эмили Блант, их развлеченный обмен был запоминающимся. Они высмеивали свою конкуренцию. «Я просто счастлив, что мы наконец-то можем оставить это соперничество позади. То, как прошел этот сезон наград, было не слишком подчеркнуто соперничеством, таким образом, как будто. Но знаете, почему они назвали это Барбенхаймером, а не Опен Барби? Почему? Я думаю, это потому, что вы всего лишь в конце этого, вы наследственны от Барби летом. И если этого вам мало, Райан привлек наше внимание, приведя свою сестру как свою дату. Но не беспокойтесь, его давняя любимая Ава Мендес все еще была там, чтобы выразить свою поддержку. Она разместила видео в Инстаграм со своего ленты из гримерки Райана с подписью «Всегда рядом со своим мужчиной». Она позже отправила сообщение своему мужчине, сфотографировав его в образе Кена. «Ты вывел Кена на Оскар. Теперь возвращайся домой. Нам нужно уложить детей спать».